Всем привет, на связи Ультравыхлоп, и сегодня к нам приехал Hummer H3. Это огромная машина, которая говорит всем на дороге то, что я здесь главный. И естественно, у такой машины должен быть соответствующий звук. В штате скучный, тихий и такой бесцветный выхлоп, и он особо сильно не внушает, так скажем, злости или какого-то превосходства. Сейчас мы будем дорабатывать этот штатный выхлоп для того, чтобы сделать из этой машины реально рычащего, агрессивного хищника на дороге. Давайте посмотрим, как это все выйдет. И, естественно, как же без подбора звука? Ведь именно этим мы и занимаемся у нас в тюнинг-студии. У нас сейчас 5 видов банок, которые мы поочередно прослушаем на этом автомобиле. Для того, чтобы понять, какая именно банка подходит наибольшим образом к характеру этого зверя. Первое самое приятное было, а? Давай еще раз применяем. Давай! Вы только что прослушали звук нескольких банок, и мы с владельцем сошлись в одном мнении, что необходима прямоточная банка такого маленького объема. Тут внутри камера, которая делает такие пробулькивания, прохлюпывания. Это очень красивый звук для автомобиля, тем более такого грозного. Сейчас вы услышите финальный вариант, но перед этим я хотел вас попросить, если вы заинтересованы в выхлопе, звоните или напишите нам, свяжитесь любым удобным способом, и мы поможем вам подобрать именно оптимальный звук, который подходит вашему характеру. Эрнест, ну что ж, мы прокачали твою тачку, твой грозный автомобиль теперь звучит по-грозному. Скажи, пожалуйста, свои впечатления. Просто пушка. Тут у нас сделано. Огонь. Ну, то есть то, что ты хотел, да? Да, то, что я хотел. Вот. Но не зря мы выбрали, на самом деле, вот этот звук. Он реально очень-очень грозный, очень красивый. Он с прострелами, он такой вкусный, объемный. И я уверен, что Эрнест будет наслаждаться каждый раз, когда нажимает педаль газа. Ты не прогадал. Я очень рад, что мы тебе помогли прокачать выхлоп. Спасибо. Да. Удовольствие от вождения. Ну что ж, дорогие друзья, вот еще один довольный клиент уезжает с классным звучным выхлопом. Если хотите также, звоните по номеру в описании или пишите в WhatsApp, пишите в Instagram. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы, записать вас и прокачать вашу тачку. С вами был Ультравыхлоп. Спасибо, до новых встреч.